Привет, друзья, меня зовут Алексей Стелеров. Сегодня у нас особый случай. Сегодня мы не только потренируем ноги, а также ягодицы, но еще я вам расскажу, как работать интенсивно на тренировке, то есть работать практически на максимальном пульсе. Для чего и зачем это нужно, расскажет моя хорошая знакомая Мария Соколова. Она сегодня проведет крутую тренировку на максимальном пульсе. А сегодня мы покажем вам тренировку ног в круговом формате. Всего будет 6 упражнений. В каких-то упражнениях будем работать в силовом варианте, используя утекощение. В каких-то упражнениях будем работать собственным весом, используя наши пульсовые зоны. Во время тренировки мы будем пользоваться часами Garmin. С помощью них мы будем следить за временем, за нашими пульсовыми зонами. Таким образом, на тренировке мы будем убивать двух зайцев сразу. Работая с отягощениями, мы будем задавать силовую работу мышц ног, которая придаст рельеф нашим формам. Работая на интенсивных упражнениях без отягощения, мы будем работать с пульсовыми зонами и, соответственно, преследовать цель жиросжигания. Тренировку мы начнем с разминки. Будем разогревать наши суставы и связки перед работой для того, чтобы свести риск травм до минимума. Мы будем работать на степ-тренажере. Разминка будет длиться от 7 до 10 минут. Используя наши пульсовые зоны, очень легко высчитать эту цифру. Вы берете 220, вычитаете свой возраст. И от этой цифры мы выбираем от 60 до 70%. Это является нашей основной пульсовой зоной во время кардиоразминки. Погнали! Прошло уже 6 минут разминки. Греем суставы и связки перед работой. У меня уже 130 ударов пульс. Моя пульсовая зона от 120 до 130 ударов на разминке. Еще 5 минут и стартуем. Мы закончили разминку, переходим к основной части, непосредственно к самой тренировке. Тренировка будет состоять из 6 упражнений. Мы будем делать присед в машине Смита, мертвую тягу, выпрыгивание из положения приседа широкой постановкой ног, выпады с гантелями, присед сумо с гантелью и удержание статики в положении приседа широкой постановкой ног. На силовых упражнениях мы будем работать в диапазоне от 15 до 20 повторений. Упражнения на выносливость без отягощения мы будем выполнять в течение 30 секунд. В процессе выполнения круга у нас не будет пауз. Между кругами отдых будет 1,5 минуты. Мы будем следить за пульсом с помощью часов и, возможно, менять временные интервалы, чтобы успевать восстанавливаться между подходами. Остальные аспекты техники. Встаем под штангу. Сильной спиной, сильными ногами снимаем отягощение. Выносим стопы вперед на ширину таза, опускаемся вниз до угла 90 градусов в коленном суставе. Делаем акцент пяткой в пол, выпрямляем ноги в коленных суставах, таз слегка выносим вперед. На подъем выдох, в нижней точке вдох. Выполняем 20 повторений, следим за техникой выполнения упражнения. Пульс 119 ударов. Подходим к штанге, с прямой спиной через присед забираем снаряд. Выполняем рывок. На вдох таз отводим назад, выполняем тягу, в верхней точке таз слегка подаем вперед, сохраняем нейтральное положение спины, не забываем про дыхание, в верхней точке выдох, нижний вдох. Стараемся максимально отводить таз назад, растягивать заднюю поверхность бедра и ягодицы. Третий блок выпрыгивания из положения приседа широкой постановкой ног. Пульс по-прежнему 119 ударов, сейчас он немножко поднимется, чувствую я. Окей, нам нужно работать в течение 30 секунд. Засекаем время с помощью часов. Начинаем работать. Садимся до параллели бедра с полом. Максимально толкаем пятками пол, стараемся выпрыгнуть как можно выше. Сохраняем нейтральное положение спины. Взгляд вперед. 126 ударов. Погнали. 20 повторений. Делаем широкий шаг назад. Опускаемся до угла 90 градусов в коленном суставе. Делаем небольшой наклон корпуса вперед, для того, чтобы максимально свести вес на ягодицу. Через пятку выполняем подъем. Сохраняем колено опорной ноги, всегда слегка согнутой. И пятое упражнение. Присед широкой постановкой ног с гантелью. Через присед с прямой спиной забираем снаряд. 20 повторений. Работаем. Опускаемся до параллели бедра с полом. Колени направляем в линию стопы. Пяткой давим в пол. На подъем стараемся максимально сократить ягодицы, бицепс, бедра. Пульс 130 ударов. У нас остался последний блок. Удержание статики в положении приседа 30 секунд. Поехали.
Окей, прошло 1.5 минуты, пульс 109 ударов. Мы начинаем второй круг, начинаем с первого упражнения, присед в машине Смита. Поехали. Пульс 123, выше, чем в первый раз. Румынская тяга. Поехали. Пульс 135 ударов. Это как раз моя целевая зона жиросжигания. Мы закончили нашу тренировку ног. Ощущения довольно-таки хорошие. Ноги забились, я устала. На тренировке мне помогали часы Garmin. Мы следили за временем и пульсом. Если ты хочешь приобрести такие же, ссылка будет в описании. Надеюсь, что ты не только посмотришь эту тренировку, но и повторишь ее самостоятельно. И в комментариях оставишь отзыв о том, какие ощущения у тебя были после нее. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. С вами была Маша Соколова. Пока!